Но я сразу предупреждаю. Здорово, чуваки, а помните те прекрасные времена, когда можно было просто прийти домой и скоротать время за просмотром какого-нибудь дебильного школогоблинского перевода? Жаль, что нынешнее поколение уже не радует такими прекрасными роликами. Конечно, мне очень хочется вернуться в те времена, но мне кажется, нужно двигаться дальше. И я все же нашел для себя кое-что посмешнее, чем школогоблинские переводы. Вообще, каждый раз, когда я говорю про то, что YouTube деградирует и все такое, я на самом деле не шучу, господи. То, что я... Ну, не я откопал, но то, что мне скинули, это просто жесть. Существует категория видосов «Что будет если?». Я уже сделал пару пародий на них, но для того, чтобы показать масштабы пиздеца, просто давайте окунемся во все это. Начнем, пожалуй, с видоса по «Мафии 2». Дорогие друзья, с вами Браузер, и сегодня мы будем играть в «Мафию 2». Ну, во-первых, мне почему-то сразу становится жалко этого человека, а во-вторых, господи, 2018 год, чувак снимает экран на камеру. Мне кажется, это какой-то постмодернизм. Я разобрался, почему у меня как бы включились клубы, потому что я сел в точку назначения и вот... Я, кстати, не шучу, этот видос реально начинается с этой сцены, и никаких предпосылок к тому, что тут происходило, вообще нет. Я не знаю, о чем он говорит, но возможно, кто-то захочет найти этого человека и узнать. Мне реально просто интересно, что происходило у него. Ребят, я вот хочу кое-что протестить, но я уже тестил, и хочу это показать это вам. Если будут какие-нибудь это, вопросы, например, возьми бензозавоз и заехай в большой магазин одежды, ну вот, самый большой. И тут сразу же становится понятно, что именно в этом видосе ставки будут высоки, но он возьмет бензозавоз и заедет в большой магазин одежды. Ну и вот. Так, надеюсь, меня хорошо слышно, потому что еще у меня наушников с микрофоном и нет этого, ну и вот. И вот потому что меня плохо видно, ой, слышно. Так, ну и вот. Я хочу начать нарезать его видео, но, блин, каждая его фраза, она смешная. То есть, как бы я думаю, хорошо, сейчас я начну резать, и тут он выдает еще один пируэт. Сейчас мы... Так, давай. Вита, вставай. Сейчас будем кого вставай отключать, да? Знаете, это напоминает мне одну такую ностальгическую ситуацию. Прямо из августа 13-го года. Ебаный рот, сколько времени я потратил впустую на занятия этим говном. А вот сама ситуация. Что это, блядь, было? Вы не поверите, но я слушал это 14 раз, чтобы понять, что он там говорит. Ладно, мы собрались здесь не для того, чтобы вспоминать старые времена, а для того, чтобы окунаться в новые тренды. Копов нет. Смотрите, если мы сядем в тачку, ну я это уже вне серии тестил, тогда у нас включится копов. Копы. Так, следуя логике, этот человек находится в розыске, и... Он провел работу перед началом съемки ролика, понимаете? Он готовился к этому ролику, то есть он потестил, сел в тачку, и на него напали копы. Короче, господа, этот человек дал мне гениальную идею. Теперь я буду делать не только ролики «Что будет если?», теперь я буду делать ролики «Тестим перед что будет если?». Блин, неужели тут никого нет? Был бы тут какой-нибудь бомж. Вообще, если подумать, этот человек очень опасный. Зачем он искал тут бомжа? А самое главное, он еще и вандал. Посмотрите на следующее его действие. Ну ладно, сейчас посмотрим. О, вот так. Разобьем окно. Ничего себе, тачка, Давид. Нравится тебе с разбитым стеклом, ну ладно. Блин, не хотел бы я встретиться с ним в темном переулке, знаете ли. Мы на этой тачке не будем ехать. Сейчас мы найдем бензозавоз и приедем вот в этот магазин. Как думаете, сколь долго он будет искать этот бензозавоз? Пишите свои варианты в комментарии. Ну тут бензозавоз... Да, 7 секунд. Но одно дело найти бензозавоз, на другое дело получить бензозавоз. Самое смешное, что он только произносит неправильно это слово. В названии ролика он написал его правильно.
Вот, видите? Я не врал. О, был, был, вот, вот, вот он, вот он, вот он, вот он. Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Блин. Чтоб ты сдох. О, стой, 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 стой. Вытаскиваем труп. Да, сцена этой погони была эпична, но тем не менее, тот бензозавоз он так и не догнал. Поэтому он ездил по городу где-то еще минут 5 или 7 и искал этот самый бензозавоз. Причем во время его квеста по поиску бензозавоза у него случалась куча приключений. Убьем с нашей обыкновенной пухи. Так, залезть. Так, где ты? За моей тачкой, да? Теперь нет. Но в итоге он все же нашел бензозавоз и решил развеять миф. Что же будет, если бензозавоз заехать в магазин одежды? Если мы въезжаем... Вот, вот так. Извините, мадам, вас надо убить. О, мне твоя башка мешает. О, смотрите, вот он загорелся. Смотрите. И вот тут ничего, пожара никакого нет. Стекло не разбивается почему-то. Ну, ребят, вот. Знаете, я разочарован. Разочарован в создателях мафии. Почему? Они что, не тестили свою игру? То есть они не подумали, что кто-то захочет завести бензозавоз в магазин и поджечь его? Блин, это логично, это первое, о чем надо думать. Я предлагаю кое-что сделать. Вам это, не знаю, понравится, не понравится. Давайте вот эту тачку возьмем. Я не хочу ее портить. Я хочу устроить хаос в городе. А потом видео длится еще 5 минут. The end. Но вообще, рубрика «Что будет, если» она распространяется как болезнь. Просто посмотрите на еще одну жертву. Всем привет, дорогие друзья. Вы на игровом канале Геймера. Сегодня... Я буду снимать видео, и в это самое у нас будет новая рубрика «Что будет, если?». Как придумал идею, сразу же начал снимать видео. Вот на самом деле, чувак идет по очень опасной дорожке, я начинал примерно так же, посмотреть, к чему меня это привело. Вот, что будет, если оставить какого-то человека вот, в гараже СиДжея, а потом уже сохраниться? Остается он там или нет, как вы знаете, если человека оставить в гараже СиДжея, то он все равно там останется, а если сохранится, то некоторые игроки не знают. Вот, Самое тупое, что когда я был мелкий и проходил GTA San Andreas, я сделал нечто похожее, я нанял одного члена банды, отвел его в гараж и закрыл там. Правда, на больше моей фантазии не хватило. Юмор только в том, что в таких видосах происходит все что угодно, но на саму тему видоса отводится где-то буквально 5 секунд. Ну, вы поняли. Давайте следующий видос. Сегодня я хотел бы посмотреть, что же будет, если взорвать машину, на которой мы должны уехать, когда мы будем проходить миссию с Вита, к сожалению, не... Но как бы трудности с этой теорией начинаются с самого начала. Думаю, катсцены нам не нужны будут. Но прийти не вовремя это нормально, я считаю. Потом все равно начинается движ. Все работает. Сейчас. Вы что, серьезно? Блин, работа человека, который проверяет теории в GTA, она сложнее, чем я мог представить себе на первый взгляд. Это... Вот я так и подозревал, что рокстаровцы что-то такое сделают, потому что...
Вы понимаете, эта машина никак не взрывается. Блин, меня реально забавляют такие видосы. Черт возьми, чел хочет взорвать машину, но не может. Получается, что вся идея видео, что будет если, она типа ни о чем, ничего не будет. Но тем не менее видос выложен. То есть, возможно, людям реально интересно посмотреть на провал такой теории. Давайте дальше. И я надеюсь, вы понимаете, что теперь это все будет серьезно. Всем привет, друзья! И сегодня в этом видеоролике мы будем пробовать не красить то, что просит. Не будем красить граффити. Этого человека я поддерживаю. Заебали тегеры, господи. Нарисуйте нормально граффити, а потом ебать свой тег. Нет, блядь, хоть школьники и теги хуярят на стенах. Просто пиздос хуели. А, о чем это я? Да, видос. Давайте посмотрим, как этот чел справится с задачей не закрашивать граффити. Что мне надо раскрасить? Что нам нужно сделать? Нам нужно раскрасить. Давайте попробуем, не будем красить, и что из этого получится. Однако он достаточно быстро сдается. Одно сделать, а за другим не пойдем. Может, он откроет дверь? Он не открывает дверь. Ну, хорошо. В общем, ребят, не получается у нас ничего. Нужно обязательно красить эти долбанные игры. Короче, мой учитель меня научил, и теперь я знаю, что я сделаю. Узрите видос, что будет, если сделать ИОЧП. Для начала проходим игру про паука, с другой стороны... В общем, ребят, не получается у нас ничего. А следовательно, ЧП не будет. Ладно, дальше. Ладно, теперь я хочу сделать небольшое лирическое отступление. То, что мы лицезрели, это были школьники. То есть, блин, ну, типа, они вырастут, возможно, поймут, что сотворили какую-то херню, то есть к ним вопросов у меня особо-то и нет. Блин, все мы в детстве творили какую-то дичь. Просто у нас не было микрофонов и записочных устройств, согласитесь. Но задумайтесь, что будет, если кто-то этим занимается на профессиональном уровне? Кстати, у микрофона Дмитрий Карачун, и сегодня мы узнаем, что будет, если не сжигать всю коноплю мистера Правды. На миссии ты отправляешься в Сан-Фьер, скидываем мой великолепный джетпак и начинаем эту миссию. А, нет, все заперто. Ну и пошли в жопу. Нет бы мистеру Правду, не знаю, уйти куда-нибудь дальше сжечь. Он же видит то, что CJ вообще не хочет работать. Скотина страшная. Ладно, ждем. Ну что же, осталась одна минута. Я не знаю, приедет ли отряд ГБР, чтобы нас захватить за хранение каннабиса или что-нибудь подобное. Но вертолет до сих пор снимает мистера Правду. Нет бы. Подпишись на канал Гардевуар. Он летсплейщик, снимает сампы. Вообще, я в каком-то роде уважаю этого человека. Видно, что у него нет проблем с дикцией. Видно, что он может в небольшой монтаж. И при этом видно, что он зарабатывает на этом дерьме. Господи, почему я до этого не додумался? И самое смешное в его, что если даже есть какой-то результат. 5, 4, 3, 2, 1. Что? О боже, проповедника повязали. Мусора, которые появились из ниоткуда. Блин, это реально выглядело комично. Пришел какая-то одна модель полицая и начала мудохать шпана, который стоял в статичном положении и вообще не двигался. Блин, это реально забавно. Почему он вообще не акцентировал на этом внимание? Черт возьми, это выглядит как какая-то дешманская дом-модификация, только, блин, это сделали разрабы из Рокстера. Ладно, ладно, неважно, господа. Забудем об этом. Потому что именно сейчас я хочу вам показать достаточно такого взлетевшего чела с одной хромосомой. Любишь GTA? Подписывайся, посмотрим сколько нас. Ребята, давайте наберем 5000 лайков на этом видосе, и я сделаю вторую часть по этой охеренной и крутой игре. Окей, хорошо, погнали.
Хей, здорово, чуваки, меня зовут Райлюха, и сегодня мы поиграем просто в бобезную GTA-шку, которую вы точно не знаете, я в этом просто уверен. Эта игрушка называется Total Overdose, и она практически, блин, идентичная GTA. И вот тут я просто понимаю, что мне что-то скажут, ну ты просто завидуешь Райлюхе, у него же, блядь, духа подписчиков. Ладно, хорошо, это зависть. Но это не отменяет того факта, что этот, блядь, ретард просто взял GTA-клон, коих... Просто кучу, можно про любую игру так сказать. И как-то «Вы не знали об этой игре!» Господи, как меня бесят такие уёбки. Хотя я признаю, человек с одной хромосомой — это я, потому что я не додумался до такой хуйни. Но я сейчас исправлюсь. Здорово, чуваки! С вами Мранюха! И вы точно не знали, что Red Dead Redemption выпустили на ПК? На самом деле эту игру называют GAN! И вы точно не знали о её существовании до моего ролика! Кстати, претензии у меня даже не к самому Райлюхе, возможно, он просто снимает видео. Что будет, если 80% твоих подписчиков с лоботомией? И он такой организует сходку, типа, и они все будут сидеть мучать. Ладно, это будет достаточно забавное видео. Ладно, давайте лицезреем видос некого Дэдисона. Здорово, народ, это вновь GTA San Andreas, и в этом видео мы сегодня посмотрим, что будет, если CJ попадет под комбайн. Сейчас вы можете видеть, что происходит с людьми, которые попали под комбайн. Их он с легкостью перемалывает, и видно, как сзади комбайна вылетает фарш. Это смешно, потому что я осознал, что реально есть профессионалы, которые реально задрачивают вот свои «что если». То есть посмотрите на чувака с ником Дэдисон. Он реально показывает взаимодействие комбайна с людьми, это забавно. Не то, что там людей в фарш месят, а то, что человек реально запарится для того, чтобы показать принципы работы перед тем, как делать свое видео «Что если?». А самое смешное, что он реально использует несколько способов попасть под комбайн в этом видео. Итак, бежим под комбайн, но когда мы к нему подошли, он сразу же останавливается и стоит. Ладно, для этого берем оружие и шмаляем. Вот, и он сразу рвет с места, давит нашего CJ. Вот, но не перемалывает. Его интонация мне кого-то напоминает, но я не могу понять кого. Вот, и он сразу рвет с места, давит нашего CJ. Что за квадратные уравнения? Их, наверное, придумал какой-то педик. Ладно, неважно. Благо, у этого чела в загашнике есть еще один способ попасть под комбайн. Даже ставил комбайн на горочку, толкал, подлезал под косилку, но эффекта от этого никакого не было. Забейте, я слишком ленив для этого. Ну что ж, господа, на финал я, как обычно, оставил самую годноту. Сейчас гору пикапа ночью нас подкатывать к девкам. Че за бред? Моя жизнь просто вообще какая-то говнюшка. Девушки нет, там манда, слава, ща я знаю, что делать. Вообще жесть. О, боже. Нужно найти новую девушку. Вот и сойдешь, милиционерша, да. Постойте! Слушайте, мне кажется, я узнаю этого человека. Но нет, я проверил, это не тот школьник, который озвучил «Ну погоди», а жаль. Давай, я тебя тоже люблю, детка, давай. Короче, скажу сразу, его совет работает. Девушку я, конечно, не подцепил, но смог выхватить у нее перцовый баллончик и скрыться в неизвестном направлении. И теперь у меня есть перцовый баллончик. Ты что, я не хотел, нет, я вообще не это, ай, блин, помогите, я не хотел, я ж тебя люблю, она стреляет! Она стреляет! О, у меня тоже есть пистолет, я буду стрелять, ты меня это военно дело сделал!
делать? I'm so sorry. Собака тоже твоя была. Ладно, возмездие. Нет, нет, я не хотел. Нет, возмездие, нет, я... Нет! Ладно, господа, теперь давайте поговорим немножечко серьезно. Если вы не плакали на этом моменте, я прошу вас отписаться от канала, понимаете? Если вы не плакали на этом моменте, то у вас вообще нет никаких чувств. И я не хочу, чтобы моя аудитория была такими бесчувственными, черствыми ублюдками. Поезд. 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 Нет. Поезд. Забери меня. Я не хочу умирать. Нет. Что же делать? 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 Не придется. Давай, давай. Ой, больно, больно. Я умру сейчас. Я умру красиво. Короче, господа, подводя итоги, могу сказать только одно. Меня не то чтобы сильно бомбит с этого, это как бы вполне стандартная херня. Единственное, у меня, наверное, немножечко бадферта было с этого чувака с ником Релаксушник или как там его. Ну вы поняли, тот, который сказал, что это Лавердос, это GTA, который вы никогда не видели. Вот с таких людей у меня реально горит жопа, с остальных же, но... Окей, школьники, которые фигачат видос, что будет если... Это забавно, то есть, блин, я уверен, что эти люди потом вырастут и сами же посмеются над своими роликами. Кроме Райлюхи и Дэдисона, потому что Райлюха просто зарабатывает на говнарях. Я не знаю, как еще сказать, а Дэдисон слишком серьезно заморачивается с этими роликами. Вот, такие дела. Ну, в общем, господа, если вам понравился ролик, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, потому что, типа, чем больше у меня подписчиков, тем больше у меня мотивация делать роликов, а чем больше лайков, тем больше мотивация делать продолжение именно этого ролика. И т.д. и т.п. Ну и к тому же, чем больше у меня будет подписчиков, тем я смогу успешнее продать свои ролики, что будет если, с кучей рекламы. Всем спасибо и пока.